2018 год – это юбилейный год не только для Крымского федерального университета, но и для его библиотеки, которой также исполняется 100 лет. И сложно оспорить тот факт, что научная библиотека – это фундамент каждого университета. Библиотека является старейшим структурным подразделением университета. Вместе с ним она пережила нелегкие годы гражданской и Великой Отечественной войны, реформу высшего образования 30-х годов и период перестройки. Вся столетняя история существования научной библиотеки – это история сохранения культурного и образовательного наследия и многие годы труда ее библиотекарей. У нас замечательный коллектив, работоспособный, который выполняет незаметную работу на первый взгляд, но без библиотеки. Как я всегда говорю, библиотека в университете – это кафедра номер один. Библиотека – это сокровищница знаний, которая будет жить вечно. Научная библиотека КФУ сегодня – это интеллектуальный информационный центр, обеспечивающий высокий уровень информационного сопровождения учебного процесса и научных исследований. Библиотека Крымского федерального университета, наряду с популяризацией уникального собрания редких и ценных изданий, обеспечивает доступ к отечественным и зарубежным электронным ресурсам, организует обслуживание пользователей на основе новейших автоматизированных библиотечных технологий. Даже сам по себе процесс чтения меняется, у нас появляются нейроинтерфейсы, какими будут эти технологии передачи знаний в будущем. Это крайне важно. Я надеюсь, что университет Крымский федеральный в создании этих новых знаний, новых технологий примет активное участие и, соответственно, будет лежать эти знания в основе новых библиотек. Особую роль библиотека занимает в жизни студентов. На протяжении своей учебы они нередко находят ответы на свои вопросы именно в ней. Мы пропадали любую минуту свободную в библиотеке. Потому что это был основной источник знаний, интернета не было. Поэтому мы ловили расположение библиотекарей к нам, чтобы дали нужную книжку, чтобы самое главное, чтобы посоветовали. А они у нас уже психологию знали, они примерно ориентировались, что вот я заходил, Евгений, а вот мы вам книжечку приготовили. И это настолько тепло, мне это и не надо было, но я читал, потому что обо мне они позаботились. Столетие библиотеки отметили в Крымском федеральном университете вокальными номерами и поздравлениями. Особенно приятной частью мероприятия стало вручение заслуженных наград и благодарностей отличившимся сотрудникам библиотеки КФУ. Антон Бизик, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.